как Всевышний пожелал, так и произошло, да. Поэтому я не могу быть недовольным. Третьим тоже многие мечтают стать третьим на чемпионате Европы. А я хоть сегодня третьим стал. Довольный, конечно. Хотелось бы, конечно, первый. Я приезжал сюда за золото. А в России у нас вторые, третьи места уже не считают. И далее. Поэтому хотел выиграть. Все к лучшему, как говорится. Нормально все. Весь гонка неправильно это пошла. Ну, я заболел в последнюю неделю вот, перед выездом. Мой выезд из-за этого не восстановился, что-то тело не слушалось. Я думаю, скорее всего, это и повлияло. Это болезнь. Ну, дальше больше будем стараться лучше выступать и правильно подходить профессионально. Спасибо. Всем спасибо, болельщикам. Спасибо, поздравляю. Также хочу выразить благодарность тренерам, моим личным тренерам.